Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами про программку, которая называется ARKBoard. Итак, поехали! Итак, все, что вам нужно для пользования программкой ARKBoard, это скачать саму программку из App Store. Она сейчас бесплатно, скачивайте и открывайте. Потом вам нужно перейти на свой PC или Mac и скачать эту программу для вашего компьютера. Скачивается программа, вы ее открываете, устанавливаете. У вас открывается такое вот замечательное окошко, в котором вы можете либо установить пароль, либо его уже снять. Я его снял. Вот, после этого вы переходите на свой планшет, который вас ищет, ваше подключение, и нажимаете на ваше подключение. После того, как вы нажали на ваше подключение, у вас открывается стандартная клавиатура от этой программы. Также вы можете выбрать компактную клавиатуру, также вы можете выбрать клавиатуру iPad. На этой клавиатуре есть русский, все языки, которые вы можете использовать на вашем iPad, и также есть здесь тачпад. Вот, и вот сам тачпад большой, в большом размере. Есть программка для Windows Media Player, не знаю, кто ей пользуется. И есть, естественно, отдельное поле для Photoshop. Очень удобно. И есть для Shooter Game, то есть там всякие стрелячки, бегалки и все остальное. Давайте же посмотрим, как, насколько качественно эта программа работает. Давайте же пойдем на экран моего ПК. Итак, смотрим. Значит, скроллить страницу очень удобно. Давайте перейдем в режим iPad. И давайте что-то напишем. Как установить iOS. И посмотрим, что тут куча всего всякого есть. Вот, случайно мышку взял по привычке. Вот, очень быстро все работает, вообще не глючит, все отлично. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки. Спасибо, пока.